Такие вот у меня новые очки сегодня сделал. Вот, все те же показатели, только более такая широкая оправа. Поэтому окошечки вот эти вот не срезанные получились, как в предыдущих очках. Полностью они вот эти круги. Вот, ну а это позволяет, ну, скажем так, более широко видеть внизу и вверху. Я не очень люблю, когда их срезают, потому что они ограничивают вертикальный угол зрения.